24 и 25 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ясногорский» в рамках турнира «Путь к пьедесталу» состоялись ежегодные соревнования по художественной гимнастике «Русская матрешка». Турнир первый раз прошел в 2011 году по указанию главного тренера России Ирины Александровны Винер, которая захотела собрать всех детей со всех регионов России в одном месте, на одном ковре, чтобы выявить наших будущих звездочек. Более 300 спортсменок приехали в столицу, чтобы побороться за победу в престижном турнире. На ковре встретились гимнастки из разных городов России. Тренируемся, стараемся, настраиваем так, чтобы выходили спокойно и не боялись. Ну, надеемся попасть в тройку. В зале «Ясногорский» выступили спортсменки из самых успешных команд Сочи, Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Калининграда, Саратова и, конечно, Москвы. Надо не волноваться на выступлении, быть внимательной и рисковать. Благодаря артистизму и эмоциональности гимнасток выступления превращались в красочные шоу. Даже самые маленькие спортсменки поражали зрителей и судей отточенностью движений и безупречным владением предметами. Каждыми соревнованиями девчонки учатся, смотрят на своих конкурентов, усложняют программу, набираются смелости, умений. Для многих гимнасток турнир «Русская матрешка» стал первым серьезным соревнованием, которое открыло юным дарованиям дорогу в большой спорт. Девочки, чтобы стать гимнастками, они должны быть гибкими, смелыми и ничего никогда не бояться. Несмотря на то, что кубками и медалями были награждены только самые достойные, для всех участниц соревнования превратились в настоящий праздник. На открытии турнира дети выступали с яркими, красочными, показательными номерами. И все спортсменки получили подарки. Мечтай, фантазируй, смотри.